Тыщ! Всем привет, это канал Good Look Blog И сегодня у нас на обзоре просто мать его открытие года для меня Это товар бренда из Санкт-Петербурга Dark Mark Krakatau Который, как оказалось, делает мощный стритвир Ну, приступим Начало мне уже нравится, посмотрите какая необычная упаковка Открываем Ну-ка, что тут у нас? А у нас тут божественные брючки карго. Купленные за 4200 в этажах на Лиговке. А что такое лофт, проект этажи и что там продают, вы можете посмотреть в видео, ссылка на который вылезет в верхнем правом углу. Практически везде проставлены названия и логотипы. Причем выглядит все это очень круто и достойно. Материал такой на вид мощный, чувствуется, что на года. По идее, это хлопок 60% и процентов 40% это нейлон. Сзади мы видим, что все прошито и укреплено. С внутренней части мы видим то же самое. И посмотрите, нашего все четенько прошито. Внутри тоже такая бирка крокотау. Вот такие вот ярлычки. Стоили, кстати, они 5700 по фулл прайсу. Сейчас они продаются за 4900. Мне еще в честь дня рождения сделали скидку в 10%. Тут к ярлычкам приделана еще и вот такая тема. Его, мне кажется, можно как брелок использовать. Посмотрите, как сделаны шлевки необычно, да? Прям вот каждые детали в этих штанах, да и вообще в одежде этого бренда, это полностью необычный индивидуальный подход. Вообще, Крокота выпускает все свои вещи ограниченным тиражом в размере всего пары сотен штук. Их одежда никогда не повторяется в новых коллекциях. Иными словами, легче встретить Аллу Борисовну Пугачеву в пятерочке, чем кого-то в таких же штанах почти вся фурнитура имеет логотипы или название бренда. Причем посмотрите на качество этой пуговицы или молнии. Оно на высоте. В таких-то мелочах и проявляется отношение к своему бренду и соответственно клиенту. Тут нет ощущения, что тебя хотят обдурить и втюхать тебе какую-то китайскую подделку. По бокам два кармана. Причем они расстегиваются сверху. Ну как обычные накладные карманы, да? Но здесь прикол в чем? Что здесь, что здесь, а молнии с сетками для проветривания. Это, конечно, круто. Сзади, казалось бы, обычные карманы, но ничего подобного. Один из карманов это просто технологическая находка. Это специальный материал с использованием металлов для предотвращения орфит краж. Это кража личной информации при помощи специального сканера, который за секунду, например, в метро, может считать с твоей банковской карты все необходимое. Кстати, надпись на правой ноге это рефлектив. Абсолютно все одежды Крокотау, множество элементов, позаимствованы у военных. Назвали бренд в честь индонезийского вулкана. В 1883 году этот вулкан напугал чуть ли не весь мир. Его извержение считалось одним из самых разрушительных в истории. Малыш Крокотау стер с лица земли более 300 городов и различных поселений, а его взрывы были слышны в радиусе 5000 километров. Так и этот бренд надеется прогреметь на весь мир. А теперь посмотрим, как они выглядят на мне. Вот так эти брюки сели на меня. Мое мнение просто отменно. В этих брюках очень удобно и почему-то чувствуется качество. Нет ощущения, что их можно как-то повредить. Я бы назвал эти вещи базовыми, хоть они такими и не являются. Но мое мнение, подобные брюки должны быть в каждом гардеробе. И вообще, не нужно раздувать гардероб, нужно подбирать вещи друг под друга. Эти брюки и вообще брюки карго можно миксовать с любыми кроссовками, футболками и толстовками. Тем более в отсутствии большого количества денег на шмот. Сумма за такой лук, состоящий из худи Гэтс, брюк Крокотау, футболки американской марки Винтаж 55, и кроссовок Nike, стоит всего около десятки. Кстати, обзор на эти Air Max вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в верхнем правом углу. На осень и может быть даже на зиму это отличный вариант. Все-таки для теплого времени года в них будет жарко, потому что они довольно-таки плотные. Это был канал Good Look Blog. Покупайте только правильный шмот он даже может быть и отечественным, но он обязан быть качественным и крутым. Всем пока!